А что вы думаете о выступлении Мия Бойко? Всем привет! Всем привет, ребята! Вы на нашем канале. Короче, сегодня у нас будет влог. Класс, мы сейчас собираемся на день рождения Миланы Филимоновой. Думаю, вы все ее знаете. В общем, сейчас соберемся, потом покажем вам подарки, какие мы принесем. Нам сказали, что нужно сегодня надеться во что-то неоновое. Маш надела розовый сарафан, вот с такими вот нарукавниками. Так, Аня у нас в розовых штанах. Накрутили кудряшки Анютки немножко. Вот, что тут получилось? Маша, сейчас утюгом вытянем маленько волос. Да. Прошел еще один час. Выходим. Вот, ребят, подарок Маша несет. Ну, мы разворачивать не будем, покажем вам фотографию. Мы купили платье Милане, там просто все упаковано. И, короче, это папа, Маша. Маша несет, а я места. Анютка немножко накрасилась. А, вот здесь, смотри, наши луки. Наши луки. Маше пришлось переодеть. Маша колготки порвала перед самым выходом, да. Больше у нас бежевых колготок не нашлось дома. Вот, поэтому Маша идет в гольфах, но тоже классный наряд, и потому что рюкзачок там у Маши черненький. Анютка, ну-ка твой лук, покажи-ка, куртку раскрой. Вот у Ани розовые штанишки, телефончик, все дела. Вы не особо неуновый. Я неуновый. Маша несет. У меня зато есть сердце. Маша просто несет, а я буду дарить. Вообще, а сегодня давайте... там должен быть какой-то звездный гость. Да, мне кажется, это Даня Милохин. Аня думает, что Даня Милохин, потому что Милана любит Даню Милохина. Сказали, что будет звездный певец. Очень будем надеяться, что Даня Милохин. Который... Так, мы выехали, ребята. Время без 10:02. Нам надо быть там в 2 часа. Пап, ты за 10 минут успеешь? Как всегда. Как всегда. Ехать 45 минут. Капец. Капец, опаздываем. Обзор на сумочку Ани. Телефончик. Телефончик, да, понятно. Я делаю такой карманчик. Тут такой блеск для губ. Мне кажется, ты потеряешь, надо его внутрь положить. Реклама. Еще вот один блеск для губ. Маленькая. Ну что, пошлите поздравлять. А, ну день 6, но это очень круто. А, второй вопрос. Заходим, заходим. Заходим. Здравствуйте, поздравляю вас с именинником. Спасибо. Привет. Так, пойдем посмотрим. Здрасте. Пойдем, Маш, поздравим именинницу. Ой, осторожно. А, еще нету? Раздевайся. Так, приготовились все, ждем Милану. Она должна зайти сейчас. Нет, не Милана. Все ждут Милану. Папа, будешь взрывать? Выходим от окна. От окна тоже. Я всем скажу. Голова? Да, я просто смотрю, я уйду, когда мои подружки пойдут. Ух, что сейчас будет? Бабахнет конкретно. Я без тебя, а не могу и не хочу, ты знаешь, что я.
Я пришел не просто так, пришел спеть, пришел поздравить. Начинаем! Открывай глаза и задувай свечки. Один, два, три. Задувай свечи. И мы все вместе тебя поздравляем. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ну что, встречайте самую крутую певицу. Мия Бойко! Я что-то слышала, что вы не сильно кричали. Я хочу, чтобы сейчас все еще раз поздравили Милану с днем рождения. Со всей дури кричим, окей? Да? Да! На счет три, три раза. Раз, два, три. С днем рождения! С днем рождения! Ну, я пришла тебя поздравить, как ты уже поняла. Я предлагаю всем спеть Пикачу. Готовы? Да! Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Чу-ч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 у
поздравляю тебя! А что вы думаете о выступлении Мия Бойко? Плачок. Мы не думаем. У нас не работают мозги. С вами все ясно, девочки. Блин. Когда вся бумага в одной куче, скорее берем ее в ручки, скорее на шантелем! Раз, два, три! Я предлагаю встретить самый большой салют. Готовы? Все! Едем домой, сейчас мы все очень устали, хотим спать. Мне все понравилось. Мы так повеселились сегодня, был очень крутой праздник. С Хабибкой потанцевала Анютка, да. Любимым, да, тренды. Маша, конечно, больше просидела весь вечер. С Олечкой, с Кристи Чарм. Поэтому мы сейчас едем уже еще домой. Еще было бумажное шоу. Да, крутое бумажное шоу, это мы уже показали вам, ребята. Мы сейчас едем домой. Если вам нравятся наши влоги, то ставьте лайк. Всем пока! Пока-пока!